Ольга Красько долгое время скрывала от публики дочь Олесю, рожденную от режиссера Джаника Файзиева. Однако в последнее время звездная наследница все чаще появляется на различных мероприятиях вместе с именитой матерью. Сегодня Ольга Красько появилась на премьере фильма «Изумительный Морис». Звезду сопровождали старшая дочь Олеся, отцом которой является режиссер и продюсер Джаник Файзиев, и двое сыновей от второго брака Остап и Олег. Пользователи отметили, какой красавица растет звездная наследница. От папы ей достались густые, темные волосы и большие глаза от мамы, тонкие черты лица и обворожительная улыбка. Настоящая восточная принцесса из сказок, пишут подписчики. В 2005 году на экраны вышел фильм «Турецкий гамбит», который мгновенно покорил публику и быстро сделал кассу. Вот только никто не догадывался, что за кулисами между исполнительницей главной роли Ольгой Краско и режиссером Джаником Файзиевым вспыхнула искра. Роман был ярким и страстным, пару не смущало даже кольцо на пальце, Файзиев был женат. Со временем мужчина все же вернулся к семье, а Красько взяла паузу в работе из-за беременности.